Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска. На этом автомобиле заменю лампы ближнего света и лампы габаритов. Перегорели. Если лампы ближнего света заменить легко, поворачиваем крышку, и вот она сама лампа. Поворачиваем ее вместе с патроном против часовой стрелки и вытаскиваем. Лампа стоит H11. Болезнь. Постоянно на автомобиле горят либо под разъемы, либо лампы. Лампы пробовали уже разные ставить, дорогие, дешевые. Результат один. Либо патрон сгорает, разъем, не патрон, а именно разъем, либо лампа. Вот сейчас видно, лампа сгорела. А с габаритом здесь гораздо сложнее. Габарит находится вверху, подлазить до него неудобно. Также извернуться против часовой стрелки, поворачиваем патрончик. Вот, вытащил длинный. Включу габариты. Лампочку выдергиваю. Установлю вот такие G-Star 54 диода SMD 5500 кельвинов сила света. Лампа идет с линзой. Вот такая вот яркая лампа. Все, лампочку вставил. Ну, сейчас светло на улице, но тем не менее видно, как светит светодиод. И вот так светит габарит на обычной лампе. Ну, а лампочку фары я поставлю уже недорогую. Взяли фирмы Просвет, плюс 100%. Контакт отгорел. Вот такие лампы. Лампа идет H11.
теперь включу ближний. Вставляю ее в гнездо. Все, лампу повернул. Закрыли крышку. И также меняем со второй стороны. Тоже поворачиваем против часовой стрелки. Также включаем габариты. Для чего я включаю габариты? Полярность на лампочке. Плюс-минусом. Вот, допустим, так она светит. А на этой лампочке уже сделали резистор. Она и так светит. Вот, качественные лампы. Уже не надо крутить. Попадаем. Чтобы вытащить против часовой стрелки, поворачиваем. Чтобы вставить, по часовой стрелке поворачиваем. Вот теперь вот так вот светят габариты. Красиво смотрится. Ну и лампу фары. Поворачивается также против часовой стрелки. Здесь разъем еще родной. Мы проверяем фары. По сравнению с габаритом, фара светит желтым. Фара обычная, галогеновая, разница. И на этом все. Замену лампочек ближнего света и габаритов я закончил. Сложного ничего нет. Всего вам доброго.